Ебаров утверждает, что, по его словам, не он вам должен, а вы его ему должны за посты по 40%, которых было несколько штук. Сейчас, какие посты у Ебарова? Я новый парень Гозис. Можешь избить тогда Ебарова? И плюс он сказал, что за то, что вы его запугиваете с Кости, он обратится в суд Российской Федерации. Во-первых, Ебаров, чушка ебаная, которая, блядь, просто, не знаю, там... Что с чайником? Вот. Во-вторых, он должен мне деньги, никакие рекламные посты он мне не делал. Никогда. Это я ему еще подкидывала бабки, чтобы ему там кто-то что-то подкинул бы. В ожидании того, что он мне будет отдавать. Так что Ебаров это, знаешь. Я уже сказала все, что ты ебаршина горимая.